Сочи, расположен на северо-восточном побережье Черного моря, является самым длинным городом России. Здесь проходили зимние Олимпийские игры и Паралимпиада. А еще на курорте есть масса достопримечательностей, которые регулярно посещают россияне и зарубежные туристы. Небольшие доклады из истории Сочи ученики 8 класса 1 гимназии подготовили специально для открытого урока, приуроченного ко дню образования Краснодарского края. 13 сентября 1937 года было принято постановление ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. Ну а так как сейчас россияне активно выбирают город, виды и знаковые объекты которого будут красоваться на новых банкнотах номиналом в 200 и 2000 рублей, школьники решили поддержать родной курорт и тоже отдать свои голоса. Выбрать нужно два города. Я руководствовалась тем, что насколько нравились мне изображения, которые я видела, и насколько я могла представить их вот на купюре. И я выбрала Сочи и Петрозаводск. Мне понравился этот такой открытый классный час, потому что мы узнали побольше о всех достопримечательностях, о вообще в общем о городе Сочи побольше. Я выбрал два города. Это Сергиев Посад и свой родной город Сочи. 10 популярных городов и территорий представляют по два символа. Это знаковые объекты или достопримечательности. Сочи представлен горнолыжным курортом «Роза Хутор» и Олимпийским дворцом «Фишт». В поддержку любимого города с момента старта конкурса стали выступать не только сочинцы, проводя флешмобы и акции, но и гости курорта. А в первой гимназии посвятить этой теме свой классный час решила учитель французского языка. Я уже проголосовала через СМС-сообщение. Конечно же, мои близкие сделали это тоже. Я была непосредственным участником зимних Олимпийских игр. Мы общались с иностранцами, получали огромное удовольствие. Проголосовать за город, который, по вашему мнению, должен стать символом на купюре, можно на сайте твояроссия.рф. Голос будет засчитан после авторизации через СМС или аккаунты в соцсетях. На данный момент лидируют Волгоград и Иркутск. Сочи пока занимает 6-ю позицию. Кто победит, станет известно 7 октября. Ну а выпустить в обращение новые банкноты Банк России планирует в 2017 году. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.